В Славянске прошло очередное судебное заседание по смертельному ДТП. Обвиняемый бывший милиционер Павел Панасюк на суде присутствовал, но потерпевшие свидетели не пришли. Судья отложила заседание на 4 мая. Потерпіла Василовська та Корнілова не з'явилися в судовому засіданні. Будь-які відомості про причини явки на суду не надав. Враховуючи, що потерпілі беруть участь у кожному судовому засіданні, їх представник, зокрема Ангелін, за таких умов можна вважати, що фактично буде порушено їх право брати участь в судовому засіданні. Напомним, 1 августа 2015 года в селе Богородичном внедорожник, за рулем которого был участковый Павел Панасюк, столкнулся с легковым авто. Водитель погиб на месте, а пассажиры, женщина и ребенок, умерли в больнице. Сам Панасюк с места ДТП сбежал. По версии прокуратуры, он был пьян. На прошлом судебном заседании обвиняемого отпустили под домашний арест до начала июня.